Привет! Ехал на мотике, дорогу перегородила красавица на джипе. Я по тормозам, полетел через руль, мотик за мной. Делал кувырек, сел на хвост, когда упал, вот сломал передачу переключения скоростей, лапку. Ну это все ерунда, до машины я докатился, машина не тронула, не пострадала. Я ударил сначала лбом, потом стеклом, а потом подбородком. Вот подбородок, вот стекло. Вот видим, какой удар мне был в лоб. Так что мне повезло. Одевайте шлем, как вы видите на моем примере, довольно актуально. Вот сломал ручки пассажира сзади. Фонарь, сиденье немножко. Но это все можно будет исправить. Главное, одевайте шлем и заставляйте другим одевать, которые едут на мотике. Как вы видите, все заживет. Ничего особо страшного. Вот видим, разбил еще и часы. Надеюсь, вы в такую ситуацию не попадете. Всем вам удачи, хорошего здоровья. Пока!